Ну, типа, я тоже кринжую с этой хуйни. Полетели в ТТГ. Так, я отойду. На пару. Там кто быстрее долетит, да? ТТГ, суммуните сразу в Эверлука и в инсты там суммуните. А я на... А, я понял, ладно. Ну хотя бы, чтобы шкаф был, нахуй, потом можешь перезайти. Так кому в итоге-то кружку, кружку отдали? Кружку отдал. Не, ну Заломаныч играл на ДКшнике, потом сказал, не, ЛМ, заебись, класс. И пересел играть. Тут как бы, видишь... Можно каждый месяц пересаживаться. Не, ну можно пересаживаться, но он-то пересел и не пересаживается обратно. Ну я так же пересел когда-то с мага. Типа каждый месяц же нету такого у нас. Это только я, блядь, скачу туда-сюда. У меня персы-то все более-менее. Кринж в том, что люди забирают Т5 на разные... персонажей и забрасывают их там еще что-то. Вот это например, вот это... например. Мастера перчатки, по-моему, лежат, если не ошибаюсь. У него, по-моему, это даже не перчатки, нет. у него и руки, и штаны лежат. Два куска на ДК. А, у него даже два куска, ну то есть... Они, наверное, не открыты, если мы до сих пор не открыли, да? Ну какая хуй разница, открытые? Не знаю. Ну, кстати, да. Дело в том, что на тот момент в рейде не было того, кому это отдавать. Вот и все. Если бы там был какой-то ДК, который 3К дает, ему бы пошло. А там не было. Сейчас вон Ивлаша на второй спек уже летает, если ты про ДКшный токен говоришь. У него 4 куска на танке. Помимо ДК, локов там нету еще и хантов 3 спека. Хантов нету, локов нету. В смысле, Витя, ты тогда в рейде не был, что ли, или что? У меня не было, значит. Ну, я бы может, забрал бы. Не было. Может, и не был. Ну, я не знаю. У Вити руки и грудак сейчас. У ему надо еще 2 куска. У меня руки и грудак есть, да. Мне 2 куска надо. У Пасифеи только не руки. Не бьет, кем будет играть, но просто это кринжово. Пасифеи, руки сейчас... и плечо, по-моему, нет? Я не знаю. Вот ты сейчас этот разговор завел зачем? Затем, что мы в БСку. Мы в БСку пойдем. Он пойдет за Рогу или за ДК? За ДК. За ДК, конечно. Он на нем больше даст. Там и ШМ, не больше, просто те рейды, которые мы не проносим, как бы... На бисовых идти. Пати, кинь. Я не могу, Лёха, я пытался. Я могу на 5 персах БС-ку пойти, хочешь? Да меня... Ну вот. Мне это волнует, не понял нихуя. Типа ситуации разные бывают. Ну наступит момент, вот тот же Будешредер пойдет куда-нибудь в отпуск там улетит. Будет Рога, блядь. Он не какой-то там, да, он нормально играет, нормально понимает все. Рога... В смысле, не понял. Я про Рогу Хукмастера, блядь. Не, ну ты говоришь, будет Рога, ну будет и чё. Ну как бы хорошо, будет, когда ничего. Есть одетый ничего, какой-то ничего, у кого-то ничего. Клин, который можешь заменить, если кого-то ничего. Нет. Ничего, Рога хуйня, маги тоже хуйня, маги бесполезные. Классно. Я, кстати, с Совы тоже пересяду, наверное. Вот на был неделю. Бы комбат, блядь. Только в БС-ку какой-нибудь. В чём проблема? Сделай комбатом, блядь, я б тебя бутылкой ударил бы, блядь. Чё там? Стелси ФК, будешь Редер ФК, пошли трэшбить. Слава, Пати, дай, или вы уже взяли кого-то? А, сейчас. Я линковал ключик. Ты честно дорабатываешь Валанир, бидон? Который ты сам купил? Тут местным этим друидам нужна башка на хила? Я пойду, блядь, этот клен сделал. Быстро в этот напишите, да, да, нет, нет. Друидам башка на хила? Да. Ну, ты на арте спрашиваешь. Они грудь же носят, друиды. А там без разницы. Башка, или, так, да, или грудак. Все, да я думаю, что Юля. Заходи. Шкаф еще один делать. Поставь, ага. Ну, блядь, спасибо, деда. Да, блядь, не за что. Я бы не справился. В натуре. Я таксист со стажем уже, нахуй. Да, что-то тебя распластало, блядь. Бывает. Здесь рядом. Не страшно. Сейчас кто-то это. Останьтесь, сейчас моб умрет. Тыкнуть с моб. Я пока в балансе рейсу, что играю. Тыка. Тыкаем.
Блять, на самом деле это гильдия моей мечты, блять. Ну, у всех все персонажи были? Нет, все, что касается вот распределения лута. Прям как я мечтал всегда. Хотя, может быть, люди сами обычно додумываются до этого, что с обычек шмор, зачем по ПГП. Потому что когда контент уже прошел, просто раскидываешь по консулу, все быстрее, проще. Потом, блядь, откроется какая-нибудь. Потом для нас ЗСОка будет за 3 часа проходиться. Тоже, блин, по консулу. Ну все, тихо, что-то ты размечтался. Да хули размечтался. Охуел совсем. Потом люди будут говорить, блять, шемов 10 штук в гильдии, давайте не будем их собирать. Заебал это ЦВК. Рыгать охота. А у нас разве не 10? Ну, около того. Ну, не, ну надо побольше. Это все равно по КД будешь собирать. И твино, блять, еще одевать, и всю хуйню. Мне вот еще 3 волонира надо. Шеем надо на ДК надо, на пала надо, блять. ВХ надо на Приста, на Элема, блять. И еще надо ВХ на Савуна. Ну там где-нибудь бери вот этих всех своих друзей, которые у тебя в голове живут, нахуй, и идите выбивайте, блядь. Ёбаный в рот. Как раз рейд 25 наберётся. Это вместе с ночным статиком. У тебя там как раз, ну, твоих этих альтрега найдется 25, если вообще в ахуе будет. Хуя, если бы такой рейд был, блядь, мне кажется, там пиздец. Ты бы проносил за полтора часа любой. Ну, тури просто. Ага, блядь. Они бы спорили до посинения, во-первых, кто из них бич, реально, блядь. Прикинь, сидят друг на друга, бичи. И кто-нибудь из них такой, АБМы нахуй. И все, на 3 часа выпали все. Костя, ты в танке, да? Да. Ой, блин. Так, а чего тогда? Да мы еще не определились. Чё-то миликов дохуя, что нихуя себе. Не, я говорю, может остаться было надо на шамане. Сейчас поглядим. 2 милика, типа, нормально еще, кроме первой, второй пати. Кроме реально собаки. Сука. Да будете пиздеть, я зайду мегасовод. Я уже здесь, не надо вторую. Да у тебя она, наверное, еще лучше где-то, чем моя. Да навряд ли, блядь. У меня тоже один кусок. У меня один кусок, это он в сумке, он на хила. Тебя... Один кусок это не самое страшное. Страшнее, блять, тринкеты нахуй ПВП. Согласен, страшнее голод, смерть, разруха, вот эта вся хуйня, понимаешь? Да, ну не то, что тебе не отдали бы на протовара, блять, печеньку нахуй. Да мне похуй вообще. Ты слышал? Че, Юля определилась? Рыба стоит. Шреддер боди. После этого говна. БС. Юля. Слышь, Костя. Я нахуй так на педальку жал. У меня дама моего сердца, блять, чуть ли не пищала, когда мы ехали. Я думал, сейчас на ЦЛК опоздаю. Нахуй, хуй там ЦЛК был, блять. А тут Слава уже сказал, что все, что вообще, блять, происходит, ничему верить не надо. Все, да, может оказаться. Это все матрица. Это все матрица, ебаная, блять. Так ты смотри, Слава как бы 50 на 50. Он либо правду говорит, либо пиздит. Поэтому ты на это рассчитывай. Так, а я на 100% пишу. В РГД постоять, побегать. Мне для начала надо быть Шреддер, он придет или что, нахуй? Это все как правда, я лишние... тебе зуб даю, бля, буду. Он в Долоране вообще. Да, бля, в натуре, реально что ли? Да похуй, не? У нас же лишний был милик, ты говорил. Вот, нету лишнего милика. Подождите, мы в танках не определили. Не лишний, а запасной. При чем тут это, блядь? Я не знаю, 12-12 он будет делить, 24 нахуй, или 11-12. Куда он будет кидать, да?
Похуй, опускаем в теории 12-12. Кто танчит? Кто танчит? Да, Юля мне ничего. А. Юля в танке. Пандарен, блядь. Так. Блять. Официально, нахуй. Значит, так. Рипи чип, ты РДД, нахуй. Блин, давай я РДД буду. РДД. Зайдешь на стрель? Я быстрее, побегаю. Давай. Нет, быстрее побегаю. Посмотри там, как люди так играют. Да, как... пусть, может, он на ДЦ зайдет, лишний раз посчитует. Я посчитаю. Да похуй, мы эту собаку сейчас изнесем. Этот, блядь, первая, вторая пати. Это начинает вон там, где босс будет идти. И Холидринг, и Рипичип. Остальные все люди, кроме Лингрена, начинают с РДД стороны. Все, вы хуйню там все знаете. Этот самый... Кто он, блядь, на арте? Хуй знает. Где-нибудь прям в край убегай. Если не знаешь тактику тут, за тобой присмотрю. Тебя и будут где-нибудь. А где Витя? Чё тебе надо, блядь? А, он на рейде. Оп, твою мать. Всё, я тебя в рейде не увидел просто. Блядь, Витя, на МК, братан. Рарни. Чё ты агрессируешь, блядь? Рарни. Ты горёшь, блядь, я в дискорде. Рарни. Ты меня поднимешь. Но ещё не 29 секунда, а чё ты орёшь? 4, 3, 2, 1. Еще дальше туда убеги, Мишка, ой, блядь, Эрдруг. Вот тут место не занимайте, вот тут вот посередине вот это. Да пиздец, у меня, короче, если что, Т5 не работает, значит. Ну все нахуй, удаляй игру. Я пошел, зеленый. А, я не могу уже в РДД, все хорошо. Так, зеленый, да, 12-12 делит, когда... Кто там встал со мной? Бидон. Смотри, бидон, блядь, двойной дамаг будем получать, нахуй. Съебусь-ка от тебя, нахуй. Да, найс, побегал, нахуй. Моцный удар на панель доставать срочно, блять. На, смотрим на милика. Как дела, блять, мощный удар, нахуй. Эх, у меня пол экрана, блять, книжка занимала, сори. Дамаг там поделите. Под танка. РДД на... на этой, как оно... Скажи мне нахуй. На этой ебанине, блядь, на. Обстреляю. Вот на вот этом обстреле, блядь. Будут гейзеры на нас, нахуй. Вот видишь. Костя, ебаш, 20% силы. Милики, готовьтесь. Следующие гейзеры на вас будут. Еще не забывайте там, блядь. Не проебите его вам. Нартис. Сбегитесь. Сбегитесь, спасите Нартис. Только не вместе, не, блядь, не по две. Ёбаный, не по две не метки. Вы чё, бараны? По две метки не сносите, там 70 тысяч урона, блядь. В одну метку три тела, в другую метку три тела. В две вместе вы сносите, это 140 тысяч. Это надо 10 человек, блядь. Примерно. Это всё правда. Сука, вот что бывает, когда люди тактику не читают. Надо все разжевывать. Какой РЛ, такие мы. Бичи, что ли? Ты имел в виду, да? Ну, ты себя как расценишь, как бича? Да. Ну, значит... Бабл. Мне прям идеальная игра, прям люблю ее. За РДД в миле стоять, вообще прям кайф. Юля, протяни дали. Дайте нам место. РДД, это что чуть? Пиздец. Ебать, бичи чип, сука. Вы близко стоите, видите, собака во второй ряд пошла. Можете назад отойти, РДД, или вы хуй понимаете это, блядь? Только съебываться, не, взял мне лужу, блядь, подосрал нахуй. Синхан, умри, прими смерть как мужчина, вы это не переживете. Я говорил.
Не, это хуйня. Забивает. Смотри. Школьный. Бублик. Не, я не буду это бить, блять. Это пиздец какой-то нахуй. 8 лямов. Вот Фокс, ну, Неаполитан, Ведру нахуй. Лингрен не бьет, блять. Давайте падаем. В точку сбегайтесь. Вы умрете. Вот те, кто на гейзерах сдохли, бичи, блять, полные. Вы умрете. Это пиздец просто. Гоша, передайте там привет, блядь. Я релогнусь пока. Столик, либо не продукс. Ну чё, жарник здесь, нет? Знаю. Давайте. А чё лежим, нахуй? Ноги, говорит, болят. Ноги оторвало. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово. Коша, вот у тебя, блядь, мозги есть, ты можешь с рыбы нахуй слезть, блядь? С рыбы нахуй? Висит же меня. Не висит. У меня вроде норм, все. Не, не лагает. Вилаши в сети нету. Юля, да, вылетела. Блядь, как проверить, работает сет или нет? Никак. Что? Вот эти боссы или нет? Просто начинаешь бить и все. Так ты переоденься. Обратно. Спасибо, я даже перед прошлым траем уже переодевался. Так ты переоденься и что-нибудь заюзай какой-нибудь кас. Так, ну хорошо, давай. Давай. Я переоделся. Так. Давай вот. Надо. Так, обратно переоделся. Ну теперь молись, чтобы работал. Все, молюсь. А переодевание для чего было? Молюсь на у него маму мордаунда. Работает. Он навернул кого-то там по дороге, наверное. И я отрубил Т4. Принимаем, будем начинать. Меня еще выкидывало? Я не знаю, выкинуло. Да я что-то... 5, 4, 3, 2, 1. Лаша стоит, если что, о, заработала, о, и заработали, значит, все, заработали. Милики, уже можете в полоску растянуться, чтобы вы в нас не выбегали, идите растянитесь, скоро гейзеры будут. Неизвестно, на нас или на вас. РДД. Угу. Значит, милики будут на обстреле у вас гейзер. Две метки под в разные места. Танка, под танка метку. На этот, перед обстрелом, растянитесь также, милики, чтобы у вас, на вас гейзеры будут. РДД немножко назад сейчас оттянитесь. Оттянулись уже. Сука. Оглушил. Блять, два бича. Что в тот раз, что в этот?
Даже скоро у нас гейзеры будут. Метки в разные места. К друиды, друиды, все, сбегите, все, алё, блядь. Продакс вылетел? Я просто смотрю, что тебе что, ебать, депс в ноль падает. Иннер надо кому-нибудь? Не знаю, пока нет. Джендису закинь. Под танка метку. Да. Что-то схватил хит. Уроды, блять, тупые, сука. Сколько человек поймали конфликт? Спасибо за конфликт. 200, блять, походу. Стелси. Это, по-моему, был. Не помню, кто это был, но репичип точно нахуй это был, блять. Конфликт с стелси словила. Тут мини тоже ебашило, потому что меня смыло просто пиздец. Я буду все вижу, у меня кто есть с конфликтом нахуй. Потом на видео можно посмотреть, блядь. Я баблом. Сейчас, если да, никто не сдохнет баблом, больше. Выйдите. А он умрет, кстати. Ой, я был полезен в этом рейде. О боже, ну что ж не хилить-то? У меня в деталях смерти пишет стелси. Ну хуйните БР, блять, я не знаю. А, тут баны. Здесь нельзя. Да. Да нормально добьют. Осталось, блядь, полтора. Серьезно, господи, БР. Ёбаный. О, сейчас поезда, бабах. На нахуй. Хорош. Так, чего там, блядь? Это что, так, танка ботинки. Молот праведника, паладинов. О, нихуя, это мне надо, да? Танков. И кисти рук мне надо. Агильный. Дайте мне кисти рук, пожалуйста. Нет, там это, на Энку реген. Так, вот этот надо, как он называется, молот кому-то. Лёха, резни. На распыл. Да нет, какая Энка была а, там? А, нет, это теневое мастерство. Да, думаю. Это. Дайте вот эти кисти, я за ними хожу 10 тысяч лет! Есть конфликт словил. Так, запястье... Нет, потому что я пытался метку, блядь, снести нахуй. С хвостой. Кожаный. Ну это хиловские же вроде. Ну ты же хил вроде, не? Так, вот пока это... нет, но буду. Так, вот это я возьму, по-моему, это мне надо. Ты брал ботинки уже, блядь, что-то раз. Какие же? Блядь, это ген этой недели. По-моему, да. Сука. Что-то я не помню, блядь. Может, десятки? Ты сказал, загрейдишь, тебе похуй. Вот грейди, а чё, я это загрейдил, считай, нахуй. Ты чё нахуй, блядь, ботинки давай? Ух ты, загрейдил, да? Сейчас нахуй. Я ещё, блядь, квесты не делал. А это что вот это вот? Это теневая... Это на фурика нормальная. Вот это теневая мотивация. Да похуй, я перерою чарку. Это рогов. Это либо фурик, либо копот, либо ШД, всё. ШД, не фурик, да? Отдайте фурику, блядь, я не хожу 4 месяца. Мутики арп, блядь, не носят. Понял. Вот это что с меткостью? Слово праведника, молот праведника. Это Паловская. Это Паловская. Вон, Дартис, кто там еще есть? Джандис. Нет, Рома не делает себе там. Рома не делает. Давай мне будут третий. Я переролюсь, я тоже. Дартис, блядь, кому... Можно это самое, Дартис... Ты танк есть у тебя? Или нету? Шаришь что-нибудь вообще? Он у Диси? Ну да. Есть танк, да? А надо тебе эту хуйню или нет? Короче, если надо, дашь кому-нибудь. А здесь больше никому не надо, кроме где? Других. Где пчатки? Здесь просто роги отдали, блядь, я не знаю. Ну что, серьезно? А что вы хотите? А
ничего, ничего, Слав. Слав, ну заебался, ну я не хочу одевать твинов, блядь. Вот такого просто, тысячный твинов, блядь, это пиздец. Скажем все, так, а бичий чип, это что? Это не полноценный, пиво, блин, второй, блин, персонаж, который я могу сходить, ту же самую Геру, блин. Вот прям сейчас могу пойти. А, спокойно. Ну да, кстати, мне тоже здесь. Ну, Хокмастер, серьезно, блин, ну ладно, 1-2 персонажа, скажем, есть. Ну, блин, когда их, ты, у тебя 7, блядь, ну это пиздец, Слав. Вроде все, мы давно хотели, чтобы ГМХМ и ТТГ были такими рейдами, которые... Да, вот успокойся, заебал, ты, ну, блядь. Успокойся, ну, ты ему в личку вопрос напиши, да попроси. Пизди, вот это все говно, лей ему в уши, ему блядь, один, а не время. Я спрашиваю тебя, у него, блядь. Я тебе говорю, ты с ним вот эту всю хуйню разводи, блядь. В рейд это не надо выливать, блядь. Эта чарка, сука, она редкая, она на рогу, нахуй. Или на кого? На рогу и кота, правильно, да, я говорю? Но только роги эти мутики есть... не носят эту шмотку. Я не знаю. Хули толку с этой чарки, если он ее не оденет? Они ни чарку, ни шмотку эту не носят. Они носят штаны, ебаный в рот. Все ходили за штанами, сейчас перчатки... Я, видишь, я не знаю, нахуй, я не понимаю, нахуй. Как, вы тоже сидите в одной гильдии, гребете все под себя, нахуй, блядь, это надо делать так. Хуй знает. Ебать, хорошо, этот, Урге, ты носишь эту шмотку? Только фурики. Только фурики. Я даже на нее плюс не ставил, потому что... Ты сейчас в РМСе. Что с фуриком у тебя? Фурик в процессе, блядь. Там, ну иди чем-то в жопу тогда, блядь, выбьешь так другой раз. Я не говорю ничего, мне похуй на них. Репичип. Репичипу, мне похуй на них. Можешь не орать, он ушел в другой канал, они там сидят музыку слушают. Сука, ебать, разнылись нахуй. Вам дать, чтобы вы крутили, чтобы вы крутили чарку, которая нужная выпала человеку сразу нахуй. Твинк это не твинк нахуй, ну блять, пиздец. А если ему эта чарка не выпадет полгода нахуй? Вот мне год не выпадает. Пусть она в сумке лежит, Слава. Тебе же говорят, не носят роги эту шмотку. Он шмотку не носит. Он перчатки не носит, у него сетовые перчатки. Но я не ебу, что они носят. Хоть если это в сумке, она не работает. Подожди, подожди, тихо. Я же тебе сказал, это комбат ШД. Вот эти перчатки. Это, по-моему, кот и фурик только носят. Ну, может быть, комбат ШД. Да не перчатки, а вот эту теневацию. Да похуй на чарку. На чарку похуй, шмотку они эту не носят, Слава. Хорошо, дай сюда шмотку мне. Все, успокойтесь, он уже отдал ему эту шмотку. Кому? Я не знаю, что вам. Кому отдал? Ему надо было, ему надо было написать ему в ПМ. Сука, я выебу нахуй. Закройтесь нахуй с этой хуйней нахуй. В следующий раз я просто распылю, блядь. Отдадите мне в обмен и распылите. Или я кикну нахуй вот эту пиздеж, блядь. Сука, решайте спокойно это как-то. Так ну не носит, пиздец. Ну раз он не носит нахуй, пусть он скажет об этом, блядь. Я ебу, что ли, блядь, выебали мозг весь. Андроид инвалид, беги. Могли бы уже в БС-ку идти, блядь. Нахуя ты еще одну рыбу поставил? Третью, блядь, чё, потому что нахуй ебать мозг не надо. Нервничай, чё вы не слышите? На рыбе отыгрывается. В натуре нахуй, видно рыба. Это, все, блядь, не говорите ничего, блядь, лучше. Нахуя вы тыкаете её, сука? Потому что уже все поели, Слава. Все, тихо, выпей, блядь, и чё там у тебя? Ну так и все, блядь. Этот, пятая пати в хилах и Друид Инвалид еще. Морщика, я уже выпил, нахуй. Тан остался только. Ну вот. Иди в Тану наебни. Пристабаф. Пристабаф дайте, пожалуйста. А нехуй вот падать было на собаке. И Друид Инвалид на это, обнови. Ой, не Друид Инвалид, а Продок Синту обнови. Ага. Что, Геру с пула будем давать тут или что? Да, Геру с пула. Быстрее. Зерга. Не забывайте с черного пола выбегать. То, блядь, не захилят вас. Ну, в Педру и Заломаныч, как дела, блядь? Чё с пола не выбежал? Я выбежал. Достало, значит, вас. Выбежал, но недалеко.
Не знаю, может за хитбокс корявый, я просто на краю стою. Всегда. Чтоб сразу выйти. Витя, дай свою расовую хуйню. В КД? Я по КД ее даю. 10 секунд еще. Invisible. Да. Бублики вынес. Выйдите с них. Еще бублики вносите. Где хоридринг? Выходите с бублика, выйдите. Ёбана, с них, сука. Вас не захилить. Выйдите, 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 сука. Ну вы не видите. Да уже добили. Все, уже добили. Все, заебись, красавчики. Топ игра, ебать. Так, что там? Игра, сука, это варовские. Так, мой шмот выпал. Рудак. Мой шмот. Запах. Что это? Запах уевший. Ну, продукт тебе же не надо, они, да? Не, говнище. Таких наверняка нету, нахуй. А маги вообще носят классовые чарки? Блять, типа. Одну. Это уебская, это уебская. Давай синхану. А вторая, которая на СПД у них идет классная. Вторая на СПД заебатая. Давай синхану дадим. Вот которые ноги там были пиздатые. Алло. Угу. Плава себе забыла. Ну, которая плавающая туда, да, там? Да. Алло. Блять. А продукс отдадут запы синхану, спрашивают тебя. Я тебя спрашиваю. Ганаш, а мне не нужно. Просто в бок от рейда, ну, от Ганаша самого метки выносим. А вот это, конечно, мне. Так. Да, босс в центре стоит. Героический бросок, что-то там навара, короче. Топа. Вары надо кому-то, нет? Ну, если никому не надо, я бы взял потесть. Святос нажимает. У тебя нормальная чарка, по-моему. Если никому не надо. Святос нажал, надо. С СПДшкой запы. Хулипалов нет? Хулипала неплохая тема. Ну, шамана, может. Так, шамана вроде нету. Джандис, да. Грудак. Ну, у него политану, может, надо. Неаполитан что-то не видел, есть у него нет? У него есть запы, но у него с классовой чаркой, которая нам не нужна. Ну, не знаю, спроси у него. Этот, так, грудак с криптом. Сейчас добегу. Вон, шоколадный пончик он съел. Шоколадный пончик. Ну, это с предсказанием такой. Да. Помогайте там диспелить эти, как он называется, ретрики. О, я себе. Че у нас паладинов, блядь, тут 5 штук. Че диспелим? Ну, сами себя там диспелим. Не, ну я могу диспелить, в принципе, блядь, давать массовое, потом додиспеливать вручную, или два раза массовое давать. Вот, пускай, я хуй знает, может прохилят. Могу не считывать вообще. Могу в холлика спекнуть. Ну, до кого не дотянусь, того не буду. Да, там только в мелизоне, потому что я в РДД стою всегда. Матфок. Все, давай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я посмотрю, сейчас собаку эту убьем. Да, да. По-моему, там не боты, а запы падали 58 с такой же чаркой. Но бот это 71. Ну я понял, дедуля, понял. Метку вынеси, Заломаныч. Блять, я не уношу нахуй. Да, это дед. Проебался. Ты дисплеил, блядь. Отвернулись. Отбежали. Не добежал. Опять что ли? Блять, я весь рейд засрал что? Нахуй. Проведи туда. Юля, протяни, тут засрали, пиздец.
Пиздец, блин. Чё, бегите там. Главное, блядь, только мы здесь пыл нажимаем, метка нахуй. Блин, мои отмазки. Блять, диспелил нахуй. Вот твой, не доставил диспелить, не убежал. Дальше синхан куда-нибудь, да, вот туда. Ну, травник, диспель сам себя, ну, сейчас подохнешь. Ага, как быть. Же, блять. Нахуй надо, да? Да я не доставал. Блять, без что. Как хоть диспель, ты милик. Репичип. Отвернули. Пусть тебе быстрее. Ля, мне бы на ханта такую шляпу бы вешали, ебать, охуенно. Кто-то играл Отвернули. В Uncharted 4? Да. Чё, нормальная игра? Да, нормально, я все прошел. Ну что-то, короче, немножко... Ты не пизди, диспель. В конце там остановился. Ну, короче, если, как говорится, всю историю посмотреть, то лучше сначала начинать. Там, ну, полностью на ПК вышло сейчас. Ага. Дед побежал. Вы умрёте. Я что-то решил, что старые, типа, игры, блять... Хуёвая графика. Нет, тоже хорош. Все по-русски, все качественно сделано. Стелс и побежал. У тебя комп не потянет хорошую графику. Ты же говоришь, не графодрочил. Ну да. Я вот четвертую запустил, вроде тянет, по-моему. Свернулись. Вы умрёте. Старый, блядь. Че? Ты заебешь нахуй. Там игрушки обсуждают. Подожди. Я заебался нахуй диспелить, блять, из-за тебя фир проеб. Так я вон сколько вот диспелю, ебать. Я вообще, блять, не считаю только диспелом, знаешь. О, ка, наконец-то. Так диспелить можно и спиной, блять, так-то. О! О, а, сука. Не то нахуй. Блять, хуй. О, ай, блять, не то. Он накрытил. Не, ну вот это может быть с хостой забрать мантию нахуй. Надо кому-то на танка меч. Ну он Дартис. Дартис. Сейчас вары драться за этот пояс начнут. Сейчас я натыкать начну. Когда не. А не, а зачем крита? Смысл с критой. Пояс. Для Т5. А, да, кстати. Там крита же нужна тебе, да? Да. Ай, нахуй, да. Бери, забирай. Воюй, нахуй. Ну кому надо, кому вот, кто апнет, блядь. Косарь ДПС, если не апаем, я распыляю, нахуй. Хуя себе. Ботинки давай тогда сюда. Косарь ДПС. Нет, для ТП. И ПГП, значит, Святос и Хук нажимают. Значит, им дохуя сильно надо. Керус. Керус 64, можешь Керусу закинуть? Урги, ты тут, Лёха? Чё? Кстати-ка, то, когда ты ходил, помнишь, десятку собирал? ТТГ? Угу. Ну. Мы где-то через час после тебя пошли, о, и пускай. Выпал пояс. Дартис, Дартис, и который друид, поставьте себе тон и ПГП, вот мастер. Ингрид, тебе надо эту хуйню? Ну, я как бы Т5, башка, нонсет будет. А-а-а. Кольчуга, пояс. Ох, с хостой, короче, наверное. Вот прикольный пояс, пипец. Не пультам будешь хила делать. Сто сорок хосты пояс, тупо пиздец. Че? Да, неплохо. Полетели. ЛБС. Хочешь раз?